Всем привет! На улице сегодня очень ветрено, прям совсем. И ветер прям такой подвывающий, поэтому я записываю из номера, но кусочек моря все равно вам, пожалуйста, показываю, стараюсь. Да? Сегодня расскажу про свою новую идею. Возможно, хочу получить, вернее, невозможно, а точно хочу получить от вас обратную связь. Может быть, вы мне добавите что-то в мою идею новую, да. И одновременно объявление о поиске сотрудника. То есть нужен программист, создатель сайтов. Не знаю, как это правильно называется. Вы многие годы мне пишете, ну, кто давно со мной, да. Многие годы мне пишете про жемчуг. Наконец-то я добрался до него, стал изучать. Тема огромной ширины, просто вот нереальной вообще. И глубины, и его там миллион видов, и подделок еще больше, и... Какого только его нету. Есть безумно дорогой, есть очень дешевый, есть ценный, неценный. Это целый мир прям вот. Хотя жемчуг тоже минерал считается, да, но это прям отдельный мир от, для меня, от драгоценных камней. Хотя и то вроде как минералы. А какой момент? Вы постоянно пишете, когда ты начнешь продавать жемчуг, когда ты начнешь продавать бусы, браслеты, кольца, серьги с жемчугом и все остальное. Ну, я все это время думал, что, наверное, просто бусы продавать. Ну, купил нитку, да, они уже нанизанные, продаются часто, продал. Ну, это не мое, вы знаете, что мне так не нравится. Мне здесь интересен вопрос не столько заработка, хотя деньги, конечно, тоже важно, сколько творчества. И вот я где-то год вынашивал эту идею, как же мне сделать так, чтобы стало для меня интересно, да. Если мне интересно, то, как правило, и многим другим интересно. Где-то, наверное, в феврале у меня эта идея сформировалась уже в какой-то образ. И вот все это время мы готовимся к запуску. Несколько участвуют моих сотрудников, художники, модельщики и все остальные. Подобрали мы средний по цене жемчуг. Пока у нас только две цветовых как бы, категории. Да? Условно черный, вот смотрите, вот он такой. Мне нравится больше нестандартной формы, но, опять же, скорее всего, будет черного, условно черного два вида. Круглый и вот такой нестандартный. И условно золотистый. Опять же, есть нестандартные, есть стандартные кругленькие. Да? А буду ли я вводить белый, обычный перламутровый, пока не знаю. Думаю об этом, вообще это не совсем мой стиль. И, собственно, какая у меня идея? Что если я буду продавать просто бусы и браслеты из жемчуга, ну, я стану таким же, как все. Это неинтересно, да, я не хотел быть никогда таким, как все. Поэтому вот что я придумал. Естественно, я это придумал не первый. То есть аналоги существуют. Но вот прям такого стиля, как у меня, конечно же, нету. Хотя могут разворовать и со временем появится. Так вот, смотрите. Я хочу сделать сайт, где будет некий конструктор. То есть мы замеряем, это, кстати, сразу техзадание для программистов, пишите мне в WhatsApp, да. Мы замеряем длину, которую мы хотели бы, кто-то хочет вот такие бусы, да, кто-то хочет прямо вокруг шеи вплотную. Опять же, браслет, кто-то хочет там в 3 оборота, кто-то в 1 оборотик, все по-разному совершенно. Это будет на суперпрочном японском стальном специальном тросике. Вот мы замеряем длину, допустим, она у нас вот такая, до середины груди, да. На сайте тут же появляется на манекене вот эта вот длина. И у нас появляется много окошек, где мы можем накликивать себе бусины в определенном порядке. Да, и они появляются на картинке. И, соответственно, мы понимаем, сколько еще места осталось, сколько еще можно докликать. Идея в том, что просто жемчуг, да, он будет у нас разбавлен или украшен, или... там можно придать разнообразие, да, каким образом. Первое, у нас будут каменные бусины, прям точно в размер жемчуга, круглые и вот такие продолговатые, да, продолговатые они по форме будут, ну, максимально приближены вот к этим нестандартным жемчужинам. Камни будут разного цвета, это камни будут недорогие, со включениями, да, чтобы все могли себе позволить, ну, потому что, понимаете, если, например, насверлить рубинов и александритов, то вот, бусы с жемчугом выйдут, как, наверное, как лайнер какой-нибудь космический, как космический лайнер стоимостью. Вот примерно, смотрите, это может
подборочку делаем по цветам, просто нанизываем хаотично пока, да, вот, например, такая вот зелененькая бусина, вот просто я камешки рядом положил с золотистым жемчугом, вот, пожалуйста, с черненьким, условно черненьким мы положили камешки. Это пока пришейп, то есть здесь бусины не огранены до конца в нужную форму и в нужный размер. Ну, кстати, возможно, кому-то и такое нравится, что вот они свободные формы, да, хаотичные, но примерно приближенного размера. Тоже напишите в комментариях. Можно ввести, получается, третью опцию, да, то есть каменные бусы. Мы будем на сайте, опять же, должны быть рекомендации, что к черным каменные бусины подходят вот такие, 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 скорее всего, не подходят, да. А там будет две формы, то есть кругленькая и овальная. Можно ввести, в принципе, третью, это вот такая нестандартная форма, скажем так, да. И вот то, над чем мы уже очень долго работаем. Сначала я свои каляки-маляки рисовал очень долго, не буду тут их показывать. Потом люди, которые уже, у которых руки растут откуда нужно, вот такие создают эскизы. Смотрите, вот которая длинненькая, да, это застежка. Опять же, это будут литые бусы из серебра, серийного производства. То есть тут видите, в чем смысл, что это все уже готово, куплено, у нас лежит в ящичках, вы на сайте накликали, да, в течение 30 минут можно нанизать вот в нужном для вас порядке, в котором вы выбрали эти бусы или эти браслеты, и завтра отнести на почту. Вот, собственно, это прям решение главной боли ковида и пандемии, да, то есть у нас по полгода тянутся заказы, некоторые даже до года. Вот, собственно, можно все ускорить. И мы нарисовали, придумали две тематики пока. Мне очень нравится эта тема, поэтому тематик будет появляться больше. Пока две. Это у нас Африка. Вот, смотрите, бусины. Значит, это у нас тематика какая? Ну, стандартная, узнаваемая. Африканские маски, масаи. Вот то, что меня вдохновило, да, за месяцы проживания в Африке. Получается, я почти 10 месяцев на данный момент в совокупности за последний год провел в Африке. То есть довольно много. Ну, за последние полтора года, да. Вот, собственно, это у нас масаи и маски. Цветовых комбинаций будет несколько, как вы заметили, да. И вторая линия – это готика. Опять же, и в той линии, и в первой, и второй у нас будут бусины круглые, которые совершенно, вот, например, как вот это, смотрите, да, которые совершенно по размеру будут совпадать с круглыми жемчужинами, да. Вот, и будут, собственно, продолговатые овальные, которые по размеру будут почти по форме совпадать с нестандартным жемчугом, да. Вот, собственно, такой момент, то есть две тематики. Я думаю, что это зайдет точно, потому что некоторым постоянным покупателям я показал, и у меня уже есть заказы, хотя мы только вот сейчас отливаем пробные бусины, вообще посмотреть, как это будет выглядеть. Но мне уже очень сильно нравится, так что я спать не могу. Так вот, во-первых, что мне от вас нужно? Да, напишите, какие тематики еще вам были бы интересны. Напишите, нужна ли вот свободная форма каменный бусин, да, то есть произвольная, несимметричная. Вот у нас круглые, овальные, да, такие пуля с этой стороны и с этой такая симметричная, да, получается. И вот немножко произвольные, которые вот недоограненные. Вот смотрите еще раз, картинку уже показывал, да. Значит, это по поводу каменных бусин. То есть можно их перемежать. Вот у тебя идут там 5, 6, 10 жемчужин, раз одна каменная бусина. Или там... А тут весь смысл в том, что ты можешь формировать сам, да, и у тебя будет набор неповторимый совершенно. Под эту же тематику мы сейчас рисуем, готовим серьги, кольца и подвески. То есть вот эти бусы, которые где-то каменные, где-то литые, но в основном это жемчуг. А еще будет и какая-то в стилистике в готической или в африканской стилистике будет подвеска. Я думаю, это тоже прикольно, круто. И, собственно, тут я задумываю, что я себе наберу, наверное, каких-нибудь, знаете, там, бусин из черного кварца, черный жемчуг, и тоже буду такое носить с удовольствием. Буду похож на пирата какого-нибудь. Так, это вот первое. Напишите ваше пожелание. Нужно ли вводить
белый перламутровый обычный жемчуг, да, или вот золотистого и условно черного пока достаточно. И второе, мне нужны программисты для того, чтобы сделать шикарный, красивый, очень такой престижно выглядящий сайт, да, потому что это год я думал об этом, почти год мы уже делаем это все, и еще несколько лет этот проект будет длиться, то есть бусин будет много, и тематики будут расширяться, и я постоянно об этом думаю, поэтому я хочу, чтобы сайт выглядел шикарно. Вот, поэтому программисты пишите тоже в WhatsApp, да, пообщаемся с вами, озвучу условия работы, вы свои запросы напишите и все остальное. Вот, собственно, такие моменты. Значит, я теперь выписал для себя очень длинный список мест, где разводят и добывают жемчужные устрицы. Я обязательно туда поеду, но сейчас, видите, из-за этого морового поветрия, да, мы все связаны по рукам, по ногам, поэтому я пока больше ударился в изучение теории. И, собственно, я, конечно же, буду записывать энциклопедию. У нас энциклопедия драгоценных камней, будет много серий про жемчуг обязательно. И даже покажу вам, буду посещать, есть возле Бали остров Ламбок, Филиппины у нас, да, кое-где в Бирме его разводят и добывают тоже. Буду посещать и делать обзоры, показывать плохой, хороший, дорогой, дешевый, очень крутой. Мой любимый теперь жемчуг, я прям вот спать не могу, хочу туда поехать, но пока не получается. По той же самой вышеописанной причине, это у нас Таити. Вот, туда прям надо обязательно ехать, там жемчуг какой-то просто умопомрачительный вообще. Вот, собственно, такие моменты. Пишите пожелания и пишите сайтоделы, программисты, не знаю, к сожалению, как вы правильно называетесь, извините, если я вас как-то неправильно обозвал. Всем пока!